Бойцы отряда «Тигр» передали привет всем приморцам и выразили слова поддержки всем мобилизованным жителям края. Отряд «Тигр» сформирован в Приморье по инициативе главы региона Олега Кожемяка. В него вошли не только местные бойцы, но и жители Забайкалья и Хабаровского края. Батальон поблагодарил приморцев за оказанную поддержку и помощь. Ребят, Приморье, привет от отряда «Тигр». Всем, кто не испугался пойти на мобилизацию, огромный респект. Ждем вас здесь всех, будем вместе давить эту нечисть. Всем привет! Всех, кто мобилизовался, всех ждем с нами. Всем желаю успехов. Мы всегда будем поддерживать. Слава России! В стране идет мобилизация. Ребят с Приморского края, кто мобилизованный, не надо бояться. Большое спасибо тем, кто помогает нам здесь. Ну и кто ждет нас дома, всем привет!